Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Виктория, и сегодня я вам расскажу о правилах употребления few, a few, little, a little. На самом деле все очень просто. Few и a few употребляются с исчисляемыми существительными, те, которые мы можем посчитать. Например, собака, дерево, книга. Little и a little мы употребляем с неисчисляемыми существительными, которые мы не можем посчитать. Например, время, деньги, сок. Если вы хотите сказать «мало», употребляйте их без артикля. I have few books – у меня мало книг. I have little time – у меня мало времени. Если вы хотите сказать «несколько», «немного», в этом случае добавляйте неопределенный артикль «a». I have a few books. У меня есть несколько книг. I have a little time. У меня есть немного времени. Делайте практические задания, которые мы выставляем в Инстаграме и на Фейсбук. Ставьте лайки и комментарии. Пишите нам. Я желаю вам удачи. Пока!